Рассада мяты нигра, МНТА, высаживается на постоянное место в мае, когда приходит тепло. Почва должна быть рыхлой, легкой и влажной в солнечном месте с полуденной тенью. Это травянистое многолетнее растение с множеством стеблей. Высота взрослого многолетника составляет 40-50 см. Листья мяты нигра яйцевидной формы, насыщенно зеленого окраса. Они обладают приятным вкусом, без резкого ментолового привкуса. Применяется зеленая масса в кулинарии в качестве декора блюд, как пряность при приготовлении первых блюд и для заваривания чая. Мята нигра – это травянистые высотой 40-50 см. Плоды можно потреблять в свежем виде и на переработку. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в сосорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.